Привет, мои дорогие зрители, сегодня у меня замечательное настроение, потому что погода замечательная, солнечная такая, когда солнце. Правильно, одна подписчица написала мне в комментариях: вы откуда у вас столько энергии? Наверное, солнце. Действительно, солнце подпитывает меня этой энергией. Сегодня я 1,5 часа занималась йогой, у нас по субботам часовое занятие, я еще сделала и воскресное. В общем, чувствую себя замечательно. Завтра уже поставила цель садиться на диету, потому что я набрала вес, я ни в чем себе не отказываю, кушаю на ночь очень много сладостей, ну, сами видите, Олечка какими мне вкуснятинами снабжает, и пицца постоянно сладкая. Я решила сегодня оторваться последний день, хотя позавтракали по правильному питанию. 2 яйца домашних, салатик чуть-чуть, авокадо 1 штуку и чаек. А сейчас и разбудила мужа своего, потому что приготовила ему тоже завтрак. И хочу сегодня приготовить просто, что в голову придет. А именно, вечером у нас будет рыба, потому что мы вчера поели, и зря мы деньги выбрасываем туда-сюда. Этот мне гамбургер с хлебом не понравился. Донер. А хумус за 40 лир. Ну, просто это деньги выбрасывать на ветер. Ну, можно один день, но каждый день я не собираюсь. У меня сегодня в программе рыбка. Золотая рыбка. А еще я, посмотрите, что решила. Приготовить кексик с сливом. Завтра же надо диету, все. Ну, в принципе, я могу это сделать даже с нутовой мукой для себя. А может быть, и для себя сделать, а для мужа другое. Очень интересно, мои дорогие. Может быть, а может и не быть. Не буду делать. Сделаю сегодня, как обычно. Хочу. Сейчас покажу, что я делаю вообще. Мы люди простые, но душа у нас богатая. Поэтому у нас нет тостера до сих пор. И что-то я не вижу необходимости в нем. Меньше места занимает. Вот такой у меня вкусный. Не мой, у меня, а у мужа. Вот такой вкусный тостер. Так, вот смотрите, я приготовила 2 такие посуды. Здесь у меня, почему мне идея пришла? Потому что у нас йогурт чуть-чуть остался и молоко, оно прокисло. Почему бы не приготовить из него кекс, как вы думаете? Тут у меня уже чаек. Переходим дальше. И вот завтрак для моего мужа. Вот, завтрак для мужа, 2 яйца и тостер, мне кажется, нормально. Сыр внутри, поэтому не положила сюда. Много сыра тоже есть нельзя. Кстати, у меня будет еще одна посылка от Оли. Сырная посылка. Я раньше в видео вам тоже говорила, она и нарезку мясную нам, и колбасы, и рыбу красную. У меня до сих пор кусок рыбы красной, думаю, если что, на Новый год. Так что сырная нарезка, она сказала... сырную посылку пришлют мне в четверг или пятницу. Здесь у меня рыбка. Вот такой вот у меня завтрак. Ашкин, нердесен. Ебек хазер джаным беним. Гелин джаным беним. Гелин. Он так вчера хотел мне что-то купить. Знаете, что хотел купить, девочки, мальчики? Что-нибудь. Или браслетик, или... какое-то колье. А я говорю, давай, говорю, сегодня. Поэтому, почему я так его тороплю и разбудила, чтобы сегодня показать вам красоты фестиваля днем, дневное время. Ашким сен спор я пёрсу. Ашким, знаете, как спорт делает спор? Глаза вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо. И вот это его спорт. А посмотрите, какая погода замечательная. Вот днем у нас прям лето. На набережной печет солнце. Ой, дарю вам эту тоже энергию, которую я получаю. Кстати, вот этот цветок, он уже отцвел, и его надо убрать, чтобы он не портил жизнь другим. Видите, он сам... О, я выбросила, забыла, где я нахожусь. А это что? А, это гвоздичка моя. Гвоздичка моя. Вот этот цветок уже все... Я его не буду садить, он каким-то образом сам появится там. А этот все цветет и цветет. И тут еще, видите, отцвел. Да, как интересно. Ну вот, вот.
красотища. Но он какой-то странный, что-то я его боюсь. Не пахнет ничего. Что не пахнет, оно ядовитое, правильно? Меньше прикасаюсь. Ну, замечательная погода. Иду кормить своего мужа. Открою вам видео на ютубе. Ставьте лайки, пишите комментарии, мои дорогие. Побольше лайков, побольше. Сейчас поднялись просмотры у меня, благодаря вам поднялись. А, и подписки. Кто-то уходит, кто-то приходит. Всех обожаю. Вы меня продвигаете. Спасибо вам большое. Такая замечательная погода. Просто такой теплый ветерок. Просто я тащусь. Друзья мои, дорогие мои девочки, мальчики. Что я сделала? Я намешала все, что было. Вы понимаете? Все, что было. А что было у меня? Стакан муки вот такой вот. Тут, наверное, 150 грамм. Стакан муки. Ну, я вам сказала, что у меня было чуть-чуть на донышке йогурт. Добавила, может, полстакана прокисшего молока из пакета. Добавила соду, взбила. И у меня получился такой жидкий раствор. Я добавила 5 столовых ложек. Вот ради вас просто считаю. Посмотрим, что получится. 5 столовых ложек сахара. 1 стакан манки 150 граммовый, 1 стакан муки, пакетик ванили, пакетик разрыхлителя. И вот замесила. Замесила и вот поломала. Смотрите, видите, все в руке осталось. Это фигня. Поломалась. Новый венчик, да. Что я теперь буду делать? Смотрите, я делаю это все вместе с вами. Вместе с вами. Сейчас, ну, мне кажется, что это тесто. И добавила какао. И добавила, знаете, что еще? Сейчас нашла старый. Ничему пропасть я не дам и не выброшу. Сейчас смажу эти фигурки сливочным маслом. Добавлю, ну сколько здесь? По 4, вот по 5, где-то 1-5, другой 4 сливы. И залью этим. Сейчас включу духовку тоже. Ой, как интересно. Эти сливы, есть у меня крахмал кукурузный. Посыплю крахмал. Следующий этап. Смазали форму маслом. Видите, хорошо прямо крахмалом. Обсыпали со всех сторон. Сливы заморожены. И сейчас я ложками, чтобы ровно, да, сверху полью тесто. А сейчас вот так их равномерно утрамбуем. Друзья мои, сегодня у меня такой рецепт соблазнительный, а завтра начнем ПП. Смотрите. Вот, надо купить, кстати, одну такую. А у меня, кстати, есть такая форма одна. Ну, я, может, если понравится, мы же угощаем друзей наших, может, и для сына передадим. Нет, так не видите. Давайте откроем. Посмотрите, как поднимаются наши кексики. Ой, сейчас от того, что я открыла, они упали. Вот балда Ивановна. Такая я хозяйка. Так, вот такой результат. Вроде бы слива. Сейчас посмотрим, пропеклось или нет. Рецепт же я сама делала. А ну посмотрим. Вот. Пеклось вроде бы, да, до последнего. Ну, там слива только чувствуется. Во. Во, мои дорогие. То же самое делаем здесь. Кекс пропекся. Естественно, где слива. Все, мои дорогие, сейчас он придет, пускай в себя. Перевернем и будем думать, что как разукрашивать-то будем. Так, смотрите, что у меня получилось. Я их перевернула. Они, конечно, еще горячие, горячие. Но видно, что такой мягкий-мягкий вышел кексик, да? Видите? Не бракуйте меня, ведь я делаю первый раз. Хотела посмотреть, как это с замороженными сливами все происходит. Сверху пудра, и будет красивый вид. Ну, к чаю любое пойдет. А мой муж сейчас уходит. У меня получилось, они остыли. Сейчас будем резать с вами. Будем резать и смотреть, что, как получилось. Как интересно. Как мне интересно. Сама придумала. Надо хоть рецепт записать. Ну, смотрите. Вот такая картина. Пропеклась. Пропеклось, я думаю. Сейчас буду пробовать.
Не могу, друзья, не могу, как хочу. Как хочу, не могу. Такой поменьше взять ради приличия. Вот. Смотрите. Сейчас попробую. Как вкусно. Просто обалдеть. Кушайте на здоровье. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.